выезд. Я сегодня один. Сегодня опять, как всегда, лес. И в тот выезд мы с Алексеем ходили вот в той стороне по лесу. И там у нас были такие находки, но ближе по 17-му, по 18-19 веку. И мы так предполагаем, что все-таки дорога проходила именно того этого периода. Вот сейчас я пойду туда. Только я сначала изначально, когда это место нашел, я думал, что дорога была вот так вот шла. Она, оказывается, была поперек. И поэтому вот буду ходить вот в таком направлении. И что будет, покажу. Сегодня погода, в принципе, самое главное, нету дождя, ветра. Извиняюсь за качество звука. Что-то с камерой стоит. Не лады у меня. Что-то как-то звук плохо пишет звук. Так, повторюсь, дорога, я думал, идет вот так вот через лес, а она, оказывается, идет вот поперек. Или так поперек, или так. Ну, короче, вот так вот она идет. И буду ходить вот, получается, это вдоль ручья, только от ручья значительное количество метров. Так что, что будет, покажу, всем удачи. Так, ну вот прибор я настроил. Сейчас вот, в принципе, я быстренько пройдусь. Ну, я его так на опушке это леса включил. Мало ли что зацеплю. Но особое внимание я буду уделять там дальше, вот где именно была дорога, где мы нашли признаки дороги. Вперед. Всю ночь лил дождь. Влажность в лесу большая. Поэтому, в принципе, для копа это неплохо, но вот то, что в грязи покопаться придется, это, ну, самое главное, чтобы были находки, а остальное будет ерундой. Вот я дошел до этих оврагов, один так, другой туда идет. И вот где-то она вот так вот, за вот этим оврагом, получается, вот переходила в тот овраг и туда дальше шла. Где-то здесь вот через этот овраг была переправа такая небольшая. Я так понимаю, может, тут настилы были. Вот пошли подкованные гвозди. Да, и почему-то эта дорога, получается, прекратила свое до 1860 года. На Шуберте здесь ничего нету, никаких отметок. Здесь вот место, где овраг имеет самое такое неглубокое место. И, возможно, здесь был переход, потому что вот так вот, вот по направлению туда, вот здесь железо попадается. И вот там вот кочедык тогда нашли. Это вот нож с древком, но это уже такой, не знаю, там 20-й, наверное. Не кованый. Я его брать не буду, оставлю здесь. Вот еще обломок ножа. Опять же кусок ножа, но это уже толстый кованый кусок ножа. Смотрите, пряжечка. Вот такая вот. Вот такая вот красавица. Очистится от кислотицы. И пойдет в коллекцию. Отлично. Смотрите, отличный шкурный нож, старенький, толстый, кованый, целый. В
Смотрите, какая удача. Ключ до Монгола. Вот это повезло. Вот это отличная находка. Сейчас я попробую немного почистить. Покажу. Так, вот я его немного почистил. Смотрите, какая красота. Сохран отличный. Откислотится, очистится. Пойдет в мою коллекцию. В мой небольшой музей, так сказать. Классно. Да, вот еще кусок обломанного ножа, толстый, кованый, тоже по средневековью. Хотя, знаете, я его заберу, чтобы он потом мне здесь это не мешался. Смотрите, опять вот такая штуковина, как в тот раз попалась, как мы тогда предположили, это ушко от замка. Вбивалась. Еще вторая такая была, и застегивался, защелкивался замок. Скорее всего, так это было. Теперь их две у меня. По-моему, они даже одинаковые. И вот здесь она именно такая более острая. Там она была тупая, видимо, обломана. Это как раз вот, скорее всего, так и есть. Еще один обломок ножа, но это я его обломал. Еще одна удача, дамы и господа, смотрите. И вроде он целый. Целый замок. Целый замочек. Вот ушко, вот второе. Перекладина. Сейчас я почищу, покажу его. Вроде он целый. Да, смотрите, он целый. Вот одно ушко, второе ушко. Отверстие для ключа. Такой красавец, отлично. Просто отлично. Замок. Так называемый домонгол. И ключ я здесь вот там подымал. Ну, такие замки были и в 15 веке. Красавец. Просто красавец. Так, ну вот не знаю, от этого или не от этого. Вообще, может быть, даже и от этого замка ключик. Но разница между ними 13 метров. Они лежали друг от друга 13 метров. Вот такой наборчик. Классно. Так, вот первый цветной сигнал на этом месте. 64 показывает. Провалилось что-то мелкое. А вдруг чешуя? Ну, уже 81. Уже подрос. Ну и где-то. А вот смотрите, перстень, женский перстенек, обломанный.
Видно вам? Маленький перстенек. Вот рисуночек. Так называемое всевидящее око. Вот здесь вот. Здесь типа как дырочка отверстие. Ну, не сквозное, а так. И вокруг него круглый рисунок. Так называемое всевидящее око. Смотрите, еще одна каблучная подковка. Как в тот раз я нашел. Только здесь ушко поломано, а здесь оно целое. И там вот еще этот был штырь. Цветной сигнал. Второй здесь. И он глубинный. И он глубинный. Колечко. Колечко от этого, от птички. Колечко от птички. Какой тут год-то? СССР. 89-й, по-моему. Или 68-й. Оно СССРовское. Птичку здесь какой-то хищник почтовую задрал. Очень много вот таких вот кованых гвоздиков, как с такой шляпкой декоративной, попадаются. Они обломанные, вот этот целый, вот этот я возьму. Видно вам на камеру? Типа низина такая, полукругом такая. Или кругом, я отсюда плохо вижу. Еще туда не дошел. Кстати, могла быть как источником воды. Здесь какие-то железки. Тут много. Похоже на прудик, который высох. Может, и поселение небольшое было. Источник воды. Вот есть болотце. Ну, дорога 100% тоже была. Вот возле этого так называемого прудика еще одна каблучная подковка. Вполне возможно, может быть, дорога была. Отсюда подходили, поили лошадей и тому подобное. А может, и селище там было небольшое. Смотрите, какая-то накладочка. Вот здесь вот ушко, ушко, ушко. Здесь вот, видимо, обломано. Но это какая-то, наверное, ременная или сумная накладочка. Да, смотрите, старая это вещица, которых я много на селищ подымал. Вот здесь она, получается, здесь такой разрезик. И она как вставка такая. Здесь она просто ушедшая. Но они бывали и типа медная, а это металлическая. Здесь прорезина. Наконечник. Наконечник. Вот характерное седло под древко. Ну вот не пойму, то ли он такой был гнутый. Да, по-моему, такой и был гнутый. Здесь вот какая-то полоса у него была. Наверное, лучше не примите его. Но это наконечник. Вот такой красавец.
Время уже обеда. Я попью чайку с пирожками. И еще, наверное, пару часиков здесь покружусь. Советики попались. Три копейки. 1935 год. Смотрите, ножичек того периода. Целенький. С гарда, или как он там называется. Вот такой красавец. Почистить его, откислотить и в рамочку. Хвостик вот. Видно на камеру? Отлично. Так, вот он на другую камеру. Вот такой красавец. По 16-му это. Это по 16-му. Так вот, какие-то ямы. Погребные, не погребные, но осколку здесь от снарядов нет. Вот еще одна. Получается, раз. Вторая. А вон еще там. Или это не яма? Ну вот это точно одна. Вторая. Вот их много здесь идут, этих ям. Сигналов нет. Вот. И земля, кстати, черная. Какой-то сигнал был железо. Да, блин. Смотрите, это тоненькая проволока. Основная камера что-то быстро садится, то ли от холода. Вот тоненькая проволока. Каблучная подкова. Но ушедшая возле ям. Смотрите, какая интересная накладочка. Сейчас я ее почищу, покажу. Вот я ее немного почистил. Здесь получается дырочки. Здесь вот как рисунок такой. Такая вот. Так, смотрите, еще один нож. Давно ушедший. Складной ножичек. Ну, навряд ли это тогда были складные ножи, не знаю. Советы, наверное. Такой необычный какой-то. Смотрите, такая рогатулина попалась. Так, железка такая попалась. Здесь вот дырочка такая вот, загиб такой. И здесь тоже ушко. Ну, непонятно, что здесь было. На селище не похоже. Нету основных признаков таких вот. Ну да, там болотце есть какое-то небольшое. Но черной земли нету, керамики нету. Все-таки, наверное, дорога какая-то была. Так, смотрите, у меня интересная находка. Так, это маленькая наковальня. Кто не знает, вот она вбивалась в пень. И на ней правилась коса. Коса или другие предметы. Серп там коса, но в основном коса. Носилась она с собой для правки косы.
Так, вот какой-то зацеп с остатками кожи. Но это уже современщина. Все, иду к машине. Здесь недалеко мне осталось и небольшой отчет. Так, ну и быстренький небольшой отчет. Железо. Вот такое вот железо. Ножички. Так, подковки от каблуков. Опять какая-то накладка. Ножик. Ушко для замка. Собственно говоря, сам замок целенький. И 13 метров от него ключик. Такой вот интересный. Так называемые домонгол, но они и в 16 веке точно такие же были. Накладочка. Так, от птички СССР. Перстенечек женский, так называемый всевидящее око. Вот кружочек внутри. Опять же накладочки, наконечник от стрелы ушедшей и почему-то гнутый. Ну, в принципе, вот так вот. Железо, железо, железо. Монетка здесь вот. А, так, говорил я, это маленькая наковальня для правки косы. Вбивалась в пенек и правилась коса. Как бы вот так вот. Как бы так. Всем удачи, до новых встреч. Все, кино не будет. Электричество кончилось.